Всем привет! Добро пожаловать на канал «На кухне у цыганочки». Сегодня я приготовлю очень многими любимое блюдо. Для меня это блюдо является тоже одним из любимых блюд. Я сегодня приготовлю голубцы. Для того, чтобы нам приготовить голубцы, конечно же, нужно подготовить сначала капустные листья. Берем вилок капусты. У меня здесь по весу капусты где-то примерно 2200. Нам нужно вырезать сейчас обязательно кочерыжку. Кочерыжку мы у капусты удалили. Теперь я капусту заворачиваю в пленку. Обернули вот так вот всю капусту пленкой, чтобы пленка везде покрывала капусту. Теперь в таком виде в пленке отправляем капусту в микроволновку и ставлю на полную мощность микроволновку. На 10 минут поставлю, потому что капуста старая. Если бы капуста была не старая, конечно, время нужно уменьшить, поставить минут на 6. Пока капуста готовится, мы займемся приготовлением фарша. Для фарша нам нужна одна небольшая луковица, грамм 70-80 лука. Мы ее мелко нарезаем. Лук нарезали, еще измельчим зелень. Беру небольшой пучок укропа и петрушки. Жесткие все веточки отрезаю и мелко нарезаем зелень. Я взяла фарш свинина-говядина, у меня здесь 50 на 50 свинина с говядиной, 700 грамм. Отправляем сюда репчатый лук, зелень, которую мы нарезали, разделим ее на две примерно одинаковые половинки. Одну мы часть оставим, уже будем посыпать готовое блюдо, а остальную зелень отправим к фаршу. Я взяла одну помидорку, сняла с нее кожу. Ее можно или мелко нарезать в фарш, или натереть на терке. Я ее натру на терке. Далее добавим с вами рис. Рис я беру круглозерный. Вы можете взять рис любой, без разницы, или длиннозерный, или круглозерный. Здесь не играет никакой роли. Беру 3 столовые ложки риса. Рис, конечно же, промываем. Рис у меня сырой. Я рис не заливаю ни кипятком, ни отвариваю. Добавляю сырым. Вливаю 3 столовые ложечки подсолнечного масла. Ну и, конечно же, добавим соль и перец. Здесь уже добавляйте по вкусу. Я взяла пол чайной ложечки черного молотого перца, 1/3 чайной ложки красного острого перца и чайную ложечку соли. Ну, здесь можно добавить по вкусу. И теперь хорошенько все это смешиваем. Хорошенько вымешиваем фарш. Все, фарш у меня готов. Отставляем его пока в сторону. Пусть он нас ждет своей очереди. Прошло 10 минут, смотрим, что у нас с капустой. Видно, что эта сторона у нас подварилась очень хорошо, а здесь видно, что нет. На самом деле время, насколько ставим микроволновку, зависит от того, какая мощность у микроволновки. Капуста у меня стояла вот таким вот образом. Теперь я ее переворачиваю и ставлю в микроволновку еще минут на 5. А за эти 5 минут мы с вами подготовим овощи для нашей пассировки, для соуса, чтобы у нас соус был вкусный. Беру одну луковицу, нарезать буду четверть кольцами. Один болгарский перец и одну морковь нарежу соломкой. Перец разделю на 4 части и нарежу его тоже такой некрупной соломочкой. Капусту достали из микроволновки. Находим край пленки, открываем аккуратненько пленку. Капуста таким способом в микроволновке, конечно, получается менее эластичная, но все равно тоже неплохо. Вот столько вот я листочков сняла с капусты. Здесь уже получается капуста жесткая. Я сейчас снова ее обверну пленку и поставлю опять минутки на 3-4 в микроволновке. Итак, я разберу всю капусту. Начнем формировать голубцы. Я голубцы делаю трубочкой. Я не делаю классическим способом. Разрезаю лист вот так вот напополам. Один лист я уже срезала. Здесь жесткой части у нас нету. Вот эту вот тоже жесткую часть у второй половинки я полностью вот это вот вырезаю. Вот это вот нам не пригодится. И остаются у нас вот такие вот мягкие листочки. Так я подготавливаю все листочки. Берем половину листка капусты, так как я кручу такими трубочками. Выкладываю столовую ложку мяса. Закручиваю вот такой вот трубочкой. И начинаю капусту закручивать вовнутрь.
Конечно, капуста по такому способу в микроволновке менее как бы эластичная, но тоже получается неплохо и ничего не разваливается, не раскрывается. Получаются вот такие вот трубочки, такие вот некрупные. У меня будут голубчики. Оставшуюся часть капусты я достала с микроволновки. Мы тоже разбираем ее и готовим дальше из нее голубцы. Когда у нас остаются уже маленькие листочки, я их обрезаю по-другому. Я обрезаю лист вот так, вот это вот все я срезаю, потому что если напополам, то у нас не получится. Трубочка вот здесь вот толстая, если где я еще немножко капусту, вот это вот место обрезаю, срезаю. И точно так же закручиваем с вами трубочку. Голубцы у меня готовы. Получился у нас уже вот такой вот полуфабрикат. Можно в таком виде заморозить, потом доставать и готовить. Но я замораживать не буду, будем готовить. Берем кастрюлю, выкладываем на дно кастрюли листочки, какие порвались, какие остались ненужные. Голубцы выкладываем швом вниз. И вот так вот плотненько складываем все голубцы. Один слой голубцов я выложила и добавляю 4 штуки чернослива. Чернослив по желанию, кто хочет, добавляйте. Мне очень нравится с черносливом. И выкладываю сверху следующий слой голубцов. Голубцы заливаю холодной водой, чтобы вода голубцы покрывала немножко вверх, чтобы они не сильно плавали в воде, чтобы только скрылся у нас вверх. Вот так вот долили водички, чтобы немножко вода покрывала голубцы. Долью еще немножечко. Вот так вот. И все, отправляемся на плиту. Поставили голубцы на плиту, на средний огонь и ждем, когда у нас голубцы закипят. Параллельно ставим сковородку на плиту, разогреваем, вливаем подсолнечное масло, ложечек 5 столовых, и отправляем сюда лук. Лук обжарим до чуть-чуть золотистого цвета. Лук обжарили до чуть-чуть золотистого цвета. Отправляем сюда морковь. Перемешиваем. Немножко сейчас морковь обмякнет, обжарится минутки 3-4. И будем добавлять перчик болгарский. Добавила к моркови с луком перец болгарский. Все это перемешиваем и дадим перцу с луком и морковкой обжариться тоже еще минутки 3-4. Отправляем к нашим овощам томатную пасту, 2 столовые ложечки. Томатную пасту хорошенько размешиваем и обжарим минутку-две. Как только сейчас томатная паста станет яркой, мы выключим. И пассеровка будет готова. И отправим все голубцам. Все, томатную пасту обжарили пару минут. Конечно же, помешивали, чтобы у нас ничего здесь не пригорело. Отправляем всю эту пассеровку, все овощи. Голубцы у нас закипели. Мы всю эту пассеровку разравниваем по голубцам. Отправляю один лавровый листик сюда. Добавлю немножко черного молотого перца. И добавляю соли. Накрываю тарелкой, чтобы голубцы у нас не всплывали. Делаю своего рода такой вот груз в виде тарелки. Теперь засекаем 25 минут. Вот с момента закипания, как голубцы закипели, мы засекаем 25 минут, и голубцы наши будут готовы. Огонь сделайте ниже среднего, голубцы не должны слишком кипеть. Голубцы у нас поварились 25 минут, выключаем, они готовы. Голубцы готовятся 25-30 минут. Достаем лавровый листик. Он нам больше не пригодится, мы его выбрасываем. Зеленью буду посыпать непосредственно уже перед подачей. Все, голубцы готовы, подаем к столу. Посыпаем непосредственно уже перед подачей зеленью и будем подавать к столу. Всем приятного аппетита, готовьте с удовольствием, подписывайтесь на мой канал. Если вам понравилось видео, конечно же, поставьте лайк. Не забывайте нажать на колокольчик и до новых встреч на кухне у цыганочки. Всем пока!